Мам, короче, сегодня у нас такое шапито было в 2 часа ночи, блядь. 15 200. 15, ты прикидываешь себе кино. А что там много, Ира? А потому что они, блядь, танки смотрели и все кино, нахуй. Короче, в башню скинули, блядь. Дроном, дроном, мама, дроном, это пиздец. Это просто... Дроном, да? Ага, просто подлетели, скинули, нахуй, боеприпас, нахуй. Его разорвало, всех разорвало. Ну ты понял, да? Мы сегодня, мы сегодня кости собирали, это я тебе говорю. Ой-ой-ой-ой. Сынок, ну ты осторожно там, ладно, сыночка, да? Ты, пока, пока. Там только папу, блядь, ему дорожь, чтобы он, блядь. Я понял, войны откинул все эти мысли, потому что, ну, везде, короче, блядь, ебать, мы пизды получаем, ебать.